В футбольных школах России ажиотаж. Это бесспорно главный эффект прошедшего турнира, который запомнился атмосферой яркого праздника и впечатляющим выступлением нашей сборной. Это поле словно заряжает их энергией. Тренировка под октябрьским солнцем для московских мальчишек. Каких-то 3 месяца назад на этом газоне готовилась к матчам сборная Мексики. И до сих пор эмоции Мундиаля, кажется, можно ощутить вокруг. Хотя это не главное, что подарил школе прошедший в России чемпионат мира. Вратари хотят, похоже, быть на Акинфеева. Нападающие хотят, похоже, быть на Дзюбу. Защитники на Игнашевича. То есть, наконец-то мы слышим у наших детей, что для них кумирами являются не зарубежные футболисты, а наши российские.